Привет всем, меня зовут Олег Антоненко, и я готов поспорить то, что большинство из вас не останется до конца этого видео, потому что я буду рассказывать вам историю. Она, по идее, должна быть поучительной. Берите печеньки, чаек, и давайте начнем. Надеюсь, что вам понравится. Приятного просмотра. Знаете, я хотел просидеть в этой куртке все видео, но что-то мне кажется, что я спарюсь, потому что на улице плюс 30, я в кожаной куртке сижу. Я хотел придать себе образ такой, типа матч, все дела. Не мое это, видимо. Мне кажется, что лучше, если я буду чувствовать себя просто комфортно, чтобы вы там сидели, я не знаю, в труселях, в лифаках. Потому что на улице жарко, что в одежде-то сидеть? Не надо так делать. Лучше снимать с себя все и отдыхать. Пусть тело дышит, как говорит моя бабуля. В детстве я очень стеснялся своего тела, как вы знаете, или не знаете. Если не знаете, то я был жирненьким, упитанным таким поросеночком. Я стеснялся своего тела даже и при родителях показывать все дела. В общем, мои бабули протестовали и заставляли меня снимать майку, а мне этого не хотелось жутко. И представьте, вот пухлое, полное тело, оно все липкое такой, и ты сидишь, комплексуешь, все на тебя давит. Я постоянно думал о своем жире. Это ненормально. К чему я это вообще все говорил? А, не стесняйтесь, сидите в лифаках, в трусиках. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Да, хорошая мысль. Главное, не упустил ее. Давайте начнем нашу историю, но перед этим я переоденусь, потому что я весь... потнул. Итак, господа, моя история начинается в 2015 году. Мне пишет паренек, говорит о том, что ты поешь вроде бы, нам нужен вокалист, давай как-нибудь пересечемся, нам интересно услышать твой голос, тебя послушать. Будет очень круто, если ты нам подойдешь, тебе это в принципе интересно. И когда я услышал предложение о том, что меня могут взять в группу, рок-группу, для меня это такой нонсенс был, потому что я себя в группе никогда не видел. То есть, да, конечно, в моих детских каких-то фантазиях я мечтал о том, чтобы быть в группе, знаете, вокалистом, все это так круто выглядит, а тут мне действительно говорят то, что так-то, так-то, мы группа, мы ищем вокалиста, и мы хотим тебя послушать. Для меня, я в группе, это что-то несовместимое, потому что... Если вы смотрели мои каверы, то они все довольно-таки депрессивные, неэнергичные, какие-то пассивные. Сижу на одном месте с каменным лицом, никаких эмоций, никакого драйва, как присуще это в роке. Кстати говоря, еще они сказали о том, что у них уже есть какие-то наброски песен, английских песен. Я очень обрадовался и, естественно, заинтересовался этим всем. Но меня до сих пор смущал тот факт, что это рок-группа. Вполне возможно, не совпадение музыкальных вкусов. И еще я думал о том, что я овощ, и им это наверняка не понравится. Еще меня смущал тот факт, что это мужская компания. Почему меня должен смущать этот факт, спросите вы? Дело в том, что за всю свою жизнь я никогда не был в чисто мужских компаниях. То есть у меня никогда не было даже близких друзей и парней. Это, наверное, странно. Да, это странно, безусловно. То есть я постоянно был окружен подругами. Были друзья, но я не мог их считать действительно близкими друзьями, потому что наше общение было довольно-таки поверхностным. Был там 1-2 человека, с которыми... Конечно, я чувствовал себя комфортно, но общение не выходило за рамки. В детском саду у меня была одна лишь единственная подруга, от которой я вообще никуда не уходил. Я постоянно был с ней, был с ее компанией, но ни с кем толком не общался. Я был очень закомплексованным мальчиком. И она меня защищала, я чувствовал себя с ней комфортно. Потом я перешел в школу, там я был как раз таки опять с этой девочкой, но все же я как-то пытался общаться со своими сверстниками. Я точно помню, как к нам в класс пришел мальчик, довольно-таки неевропейской внешности. Вот, я начал с ним общение, я действительно с ним подружился, и тем более оказалось, что он живет в моем же доме, мы постоянно ходили вместе домой. Потом все так вышло, что тот мальчик, которого все гнобили, неожиданно он начал гнобить всех их. Он начал использовать физическую силу, мат в первом классе. И я тоже рядом с ним ошивался, но я молчал, просто там, не знаю, наверное, поддакивал. Но матом не ругался ни в коем случае. Это была начальная школа, также именно в это время я уже пошел на хор. Там тоже были в основном одни девочки. К концу моего выпуска из хора были только одни девочки и один мальчик, то есть я. Была средняя школа, там я уже нашел себе каких-то приятелей, но все равно мне было более комфортно с девушками, не знаю почему. Они были как-то спокойнее, приятно пахли. И не знаю, с ними общение у меня шло как-то легче намного. Возможно, из-за того, что меня
В основном все парни гнобили. Вес лишний, повадки какие-то странные, стразы на футболках. И мне кажется, именно тогда у меня выработался какой-то комплекс, когда я не мог найти общего языка с мужским полом, только с женским. Это странно, наверное. И к чему же я опять веду? 2015 год. И несмотря на то, что я уже более-менее общался с парнями, мне все равно было с ним некомфортно. И тут я понимал то, что группа, в которой меня зовут, она же только из парней состоит. И я никогда не был в этом обществе. Чисто мужском обществе. То есть, когда есть девушки в обществе, парни все-таки сдерживаются как-то. Они все равно подавляют вот в себе всю нечисть, я не знаю, как ее назвать, которая может быть без девушек. Надеюсь, вы меня поняли. Если не поняли, то, увы, простите. И все-таки я согласился на встречу. Я понял то, что хватит себя держать в зоне комфорта. Пора все-таки общаться с людьми. Угу. Я пришел на встречу, мы пообщались, очень классные ребята оказались. Мы даже нашли все-таки какой-то общий язык. И мне кажется, это самое главное. Они послушали мои записи, им понравился мой голос, мое произношение. Все очень классно, все здорово. Вторая встреча, мы уже дома у одного из них репетировали, придумывали мелодию для песни. Это настолько было атмосферно. В итоге мы провели в работе целых 3 месяца. Я впервые нашел себе такую компанию, с которой я создавал музыку, сплоченность какая-то определенная была. Это все было так мило, классно, атмосферно, замечательно. Не хватает мне синонимов для того, чтобы описать более точно. И к чему же я опять-таки веду? Я вам не рассказала об этом, чтобы вы выходили из зоны комфорта. Все не так просто, господа. Сейчас до истины еще доберемся. Мне очень нравилась их компания. Это было для меня, конечно, что-то новое, но в этом что-то было. Мне действительно безумно нравилось проводить с ними время. Но в то же время я все чаще и чаще замечал, что этот жанр — это просто не мое. Дело в том, что когда я пою песню, я полностью переношу себя в нее. Я пытаюсь зацепиться за что-то, чтобы прочувствовать ее больше и вложить в эту песню какие-то свои эмоции. И когда я пел песни, которые мы вместе с ними делали, которые Максим сочинял, я доделывал мелодию вместе с ребятами, и в итоге получалась какая-то музыкальная композиция, я чувствовал пустоту, когда пел это все. Я чувствовал себя комфортно, то, что я нахожусь с ребятами, нам было весело, здорово, интересно вместе проводить время. Но вот этого музыкального поглощения, из-за чего я вообще начал петь, что мне больше всего нравится, этого не происходило. И в итоге я постепенно смирился, наверное, с этим, с тем, что эта музыка не моё, она мне не нравится, но петь я её продолжу. Я уже не получал того удовольствия от репетиций, я постоянно их оттягивал, я не хотел на них идти. И в итоге я понимал то, что все свои деньги и свободное время я провожу за тем занятием, которое мне даже не доставляет удовольствия. Это было действительно грустно, но при этом я не хотел терять вот эту компанию, потому что лично для меня настолько уже эта связь сложилась, несмотря на то, что мы даже знаем друг друга очень мало. Все равно вот какая-то связь была, которая меня сдерживала. И я понимал то, что если я уйду, тогда просто некому будет меня заменить. Они очень долго искали вокалиста, я пришел, и я понимаю то, что я не могу не отказать, я и не могу этим заниматься. Я через силу просто записывал все песни. В какой-то момент я, конечно же, получал от этого удовольствие, но все равно оно было настолько незначительным, мизерным. Я получал удовольствие от того, что я нахожусь с этими ребятами, от нашего общения, от того, как идет сам по себе процесс. А от музыки я не получал никакого удовольствия. Я хотел петь о совсем других вещах, я хотел петь совсем другую музыку в другом направлении. И в итоге, наконец-таки, в декабре 2015 года, это, получается, прошло у нас полгода нашей деятельности, мы наконец-таки записали альбом. И вы даже не представляете, какое у меня было умиротворение, расслабление, то, что все, я наконец-то больше не буду этим заниматься. Хватит с меня этого, на этом закончилось все. Но я понимал то, что я все еще состою в группе. И я долгое время надеялся на то, что они просто забудут. Все, записали альбом, значит, все хорошо, расходимся, все отлично, наконец-то все закончилось. Но нет, не тут-то было. Ребята мне пишут, говорят о том, что нас приглашают выступать в разные места. И я понимаю то, что я не знаю, как я буду выступать. Если даже при записи я не мог перенести всего себя на песню, никакого драйва не было, то что будет при выступлении? Нет, безусловно, мне очень нравилось работать с ребятами. Но сама по себе музыка, это просто не я. И буквально на днях мне пишут ребята и говорят о том, что вот, давайте соберемся, начнем делать новый материал. И я понимал, насколько мне будет дискомфортно всем этим заниматься. Я понял то, что если я буду продолжать, я
просто-напросто буду изменять самому себе, всем своим принципам, которые у меня в голове есть, о том, как я вообще, в принципе, представляю музыку, творчество свое. Я никогда не умел говорить «нет». Я никогда не принимал решения, от которых зависит судьба чего-либо. И тут я понимаю то, что группа действительно, для них это что-то важное. А я, получается, даже не получаю должного удовольствия, я их просто задерживаю, потому что, в конце концов, я знаю, что я точно сольюсь. В итоге я понял то, что не сколько для них, сколько для себя, я должен наконец-таки сказать то, что все, я ухожу, это не мое, и я это сделал. Я просто понял то, что в первую очередь надо думать о том, что хочешь ты. Если ты не получаешь удовольствие от процесса, то этот процесс вообще не имеет смысла. Ты должен заниматься только тем, чем ты будешь поглощен полностью. Вот тогда именно это я для себя уяснил. И вообще, зачем я записываю это видео? Почему я решил выбрать именно эту историю, почему решил рассказать ее вам. Я хотел сказать вам о том, чтобы вы никогда не изменяли самому себе. Мне кажется, это хороший урок. Я не хотел подводить ребят, я боялся потерять вот эту компанию. Но ради чего? Ради того, чтобы чувствовать себя в каком-то дискомфорте. Мне кажется, это того не стоит. Как-то так. Мне кажется, вы сами должны сделать для себя какие-то определенные выводы из того, что я вам рассказал. А также, если вы досмотрели до этого момента, обязательно напишите в комментариях Пумачанг, чтобы я знал, что есть те, кто досмотрели практически до конца. Ребята не будут понимать вообще, что за комментарии такие непонятные, а мы-то с вами все понимаем. Пумачанг. Г на конце. Слитно это пишется. А на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я вас безумно люблю. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Будьте честными с собой. Всем пока. И напишите внизу, хотели бы вы вообще слушать подобные какие-то истории. Если да, то я буду продолжать, потому что истории у меня завались сколько. На всех хватит.